В рамках феста уличного искусства на Славянском базаре «Тысяча стихов о Витебске» – уникальная акция, посвященная поэту и работнику Витебской студии телевидения Давиду Симоновичу. Весь день с 9 утра и до 11 вечера – поэтический марафон в прямом эфире. Приходите, читайте стихи о любимом городе и смотрите прямую трансляцию 17 июля на телеканале «Витебск».